И когда, значит, прилетели несколько сразу там, 7 или 8 ракет сразу прилетели, и такой был сильный вибух, что меня волною сбило, и я упал. Значит, вот это уже травмировано, значит, склом было, руку разбито здесь. Розрізало руку, а потім зшивали тут уже те саме. Повреждения серьезные. Есть люди, которые находятся в больнице, тоже и с телесными повреждениями, и с контузиями. Внутри все повреждено. На улице, как вы тоже видите, полностью все разрушено. Я не знаю, как это описать словами. То есть, ну, мандраж на руках, на теле, на всем он присутствует до сих пор.